Анна Теряник. Народилась в Дніпропетровській родині науковців. Після школи, всупереч мрії про медичну практику, вступила до металургійної академії. Анна – інженер-економіст. Втім, займається нині збором інформації для підприємств. З початку бойових дій в Україні вона – волонтер. Особистими авто Анна із чоловіком і друзями доставили в лікарні Дніпра тисячі українських бійців. Сьогодні жінка продовжує активно допомагати у військовому шпиталі. Збирає кошти на потреби армії. Має дві видані книги – «Попутчики» і «Наші». Двоє дітей – заміжня. Герої стрічки «Перевізники» не снилися. Така наснага і героїзм, який має сьогоднішнє гостя наше. І ще емоції від реальних драм, не кіношних. Такі сильні, що народжують письменну творчість. Анна Теряник – особисто перевезла тисячі важко поранених хлопців, яким терміново потрібно було до лікарень Дніпра. Для мене особисто чудо-жінка, волонтер і письменниця. Вітаю вас. Анна, давайте трошки познайомимо, мабуть, глядачів з початком вашої діяльності. Почалась війна, ви самі казали поза ефіром, що трошки було незрозуміло, куди бігти, що робити, чим можна допомогти. Власне, чому і як так вийшло, що ви опинилися де, у штабі? У штабі АТО, так? Ні, просто в госпіталі. Uh-huh. Я живу возле проспекта Гагаріна, слышала, естественно, скорые каждый день, и по несколько раз в день, и понимала, что надо вообще что-то делать, а что, ну, как и все мы, не понимала. Решила, что пойду в госпиталь. Ну, пошла в госпиталь, оказалось, что необходима вот помощь именно транспортировки. Ну, и мы в ту же минуту вот сели по машинам и поехали. В общем-то, было, мы даже не знали, где в Черкасском этот госпиталь, потому что кроме как грибы собирать, там больше туда никто никогда не ездил. Вот. А ничего, нашли. Один из раненых говорит, я знаю, он нам показывал дорогу. Угу. Вот. Просто хотелось тоже их побыстрее доставить, потому что ну, люди хотели хотя бы лечь в мирной жизни, потому что первые дни это не тот ужас, который они испытали, конечно, с нашим. Не сравним. То есть многие говорили, что они от обстрелов, особенно ребята молодые, прятались в подсолнухах. Ну, то есть вот летит ракета, они прячутся в подсолнухах. То есть понятно их... Настолько была слабая подготовка, да? Слабая. И вообще они тоже, они просто служили в армии, многие из них, и совершенно никакого понятия о войне не было. Вот. И, в принципе, даже ребята, которые офицеры, закончившие военное училище, они говорили, что в процессе обучения даже не рассматривалась угроза со стороны нашего восточного соседа. То есть такого быть не могло. Ну и для меня в том числе тоже. Поэтому, конечно, страшно, но хотелось что-то делать. Вот это «хотелось что-то делать» очень часто для людей, ну, скажем, обыватели, потому что вы явно к ним не относитесь, странно, да, вот женщина, мать семейства, двое детей, муж, многие подумают, да ну зачем нужно ей это, собственно, сложно, может быть, все-таки надо как-то вот дома свой очаг поберечь. Вы с таким мнением сталкивались? Кто-то, может быть, из друзей говорил, ну зачем тебе это? Безусловно, так говорили, и говорили больше даже, может быть, не мне, а как для себя, то есть оправдывая свое бездействие. Ну, я привыкла слушать себя, и семья меня, слава богу, поддерживала, дети поддерживали, муж поддерживал, то есть такой вопрос не стоял. И муж сам включился с первых же дней в это дело, и как бы мы не спрашивали ни друг у друга, ни у себя, стоит ли делать, просто вот... Делали и все. Вот дочке на тот момент 12, я хочу этот момент заострить, потому что, ну, наверное, каждая женщина, у которой есть дети, понимает, да, что такое уезжать в ночь куда-то, да, по чужим, ну, они опосредованно чужие дела, а дома тебя ждет собственный ребенок, там, 12 и 7 лет. Вот что, приходилось ли что-то детям говорить, вот что-то щемило внутри, вот была ли такая тревога, да, что вот тут вот с вами едет, допустим, чей-то другой ребенок, грубо говоря, с пробитой головой, а вы думаете там о своей дочери или о своем сыне? Я просто знала, что она справится, как старшая сестра, и она всегда была моей помощницей, и всегда понимала меня с полуслова, поэтому, честно сказать, я не волновалась. Она просто выходила, и проводить или ворота закрыть, мы тогда на даче часто бывали, и говорит, ты солдат вести? Я, ну, говорила, да.
набрала малого брата за руку, и они вот уходили в дом. Говорю, все, смотрите, никуда не встряньте, сидите дома, играйте. Да, все, и я не волновалась. И я видела, что ей приятно и даже в какой-то степени гордо, угу. что вот она тоже, я говорю, ты тоже так участвуешь. И ей это особенно было так душевно, что вот она тоже таким способом принимает участие. Здорово, то есть это, по сути, на ее воспитание повлияло и на сына. Ну, наверное, и потом же сблизила ее и брата маленького, у них разница 8 лет, но тем не менее они такие вот друзья-друзья, поэтому... Вы сегодня с книгами со своими, мы поговорили о том, что вы еще и пишете. Тоже для меня всегда момент очень интересный. Вот среди войны, да, где вот на пепелище, в общем-то, каких-то человеческих вот жизней, вдруг возникает желание что-то творить, писать. Вы до этого что-то делали, сочиняли, или это вообще первые ваши пробы пера? И почему? Это попытка излить душу, как-то вот рефлексировать после всего увиденного вами? Нет, ну, писать любила с детства практически. Ну, сначала это начиналось там с простых каких-то школьных сочинений, там, и каких-то уроков литературы, языка. Ну, нравилось просто. Вот. А потом закончила я совершенно другую специальность, и как-то это все ушло. Вы инженер, да, по специальности? Да, инженер. Вот. И я понимала, что это, наверное, не мое, но утешала себя тем, что, ну, мало ли людей занимаются тем, не своим делом. В общем-то, все остальное это у меня было хорошо, то есть семья, хобби, там, я любила ездить, и путешествовать, там, и поэтому работа моя инженером как-то уже совсем, ну, не так остро стояла. Вот. А потом, опять же, в удовольствие, много повидав там разных стран, я начала описывать их в свои путешествия на туристических сайтах. Mm-hmm. С удовольствием читали, я видела, что нравится, это было тоже такое вот своего рода хобби. Mm-hmm. Вот. Но о том, чтобы написать что-то серьезное, я не думала и не задумывалась даже. Видимо, война просто такой взрыв эмоций получился, и такое количество людей, которых я узнала вообще о другой жизни вокруг себя. Я посмотрела не только на себя и на свою семью, и на свои занятия, свои удовольствия и увлечения, а я посмотрела, как вообще могут жить люди. Меня настолько поразило это, что как-то само собой получилось, что, приехав как-то ранним утром, я просто, не ложась спать, села и написала маленький рассказ. Там всего несколько абзацев, наверное, но меня потрясли просто эти люди. И дальше больше, мне хотелось больше и больше рассказать, и даже не для себя уже, и не для своего удовольствия, а для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, кто нас защищает, как туда попали, какие, и что у них жизнь, в общем-то, очень даже крутые, насыщенная, люди. Да, и они очень достойные люди в своем большинстве. Я стараюсь не осуждать, потому что в первое время ребята могли и выпить, приехав, и я понимала, почему они это делают, потому что, ну, это банально страшно. И как бы отнесясь к ним с добром, я в ответ получала замечательный рассказ о их мирной или военной жизни, о их переживаниях. Они, видно, не боялись мне это говорить, потому что, ну, как, скорее всего, видели меня первый и последний раз. А кто-то из ребят, кто видел вас не в последний раз, прочел вашу книгу? Не удалось, да, читают. Да? Ребята, которые в Фейсбуке, вот они читают, и мне очень приятно, что они даже вот бывает находят. Угу. Я не упоминаю никаких фамилий. Бывает, в рассказе собираю несколько человек, но они все равно себя узнают и пишут, и очень довольны, добавляются в друзья, и, в общем, им нравится. Это главная цель моя достигнута, так сказать. Мы немножко поговорили вот про дизайн ваших книг, обложки. Покажите немножко, наверное, зрителям, расскажите, потому что выглядят они действительно интересно, они выглядят как... Ну вот, крафтово, извините за модное слово. Да, так и решили, что дизайнер сам предложил этот вариант. Во-первых, человек проникся, почему так получилось? Человек проникся тем, что мы сделали.
и прочитал, и вот он увидел это именно так. Решил, что это будут путевые, это и есть путевые заметки, и вот чтобы они выглядели не глянцево, а именно вот как будто это дневничок из моей машины. Попутчики – первая книга. Да, попутчики – первая книга. Вот здесь тоже использовано по всей книге много фотографий. Это ребята реальные, которые были у нас, лежали в Днепропетровском госпитале. Но... Очень колоритный мужчина. Вот, да. Это, да. Вот. Но фотографии эти были сделаны, как правило, очень плохими телефонами, потому что, ну, кто использовал тогда хороший телефон? И плюс еще ночная съемка, и это было, я сама видела, что это недопустимо для издания. И опять же Михаил Кислов, который создал эту книгу, он вот нашел такой вариант, то есть это реальные люди, реальные лица, реальные фотографии, и вот он сделал вот такие вот портреты. Получилось мне, довольно эмоционально. Мне очень нравится, потому что другого решения этого вопроса просто нет. Потом еще тоже вот понравилось, он такой вот след от машины, от колеса тоже оставил. Вот потому что первые полтора года мои прошли вот практически под этим знаком в машине, да, там полтора года, вот раза 2-3 в день мы выезжали и ездили. Редакторская работа была какая-то проделана, кто вам с этим помогал? Во-первых, это огромное спасибо Оксане Нечаи, издательству Лира, потому что я просто наугад я отправила ей свои рассказы в Word, обычным файлом. А она мне написала: приходите. Вот. И я пришла, и я понимала, что это бесплатно совершенно не может быть, и сразу честно сказала, что денег у меня на издание книги нет. И все, что я собираю, это волонтерские деньги, и тратить на это я не могу. Но, как оказалось, она хочет вот тоже таким образом поучаствовать. Тоже своего рода волонтерский проект. И показав дизайнеру, который тоже на совершенно добровольных началах сказал, что он это сделает. Вот, собственно, такой вот волонтерская такая книга. Самое настоящее. Это безумно приятно слышать, потому что на самом деле, когда ты волонтер сердцем, ты понимаешь, на что ты будешь тратить деньги, а на что не будешь. Хотя мне кажется, что вот, собственно, ваши рассказы и вот достучаться до каждого читателя, это тоже очень важно. Это тоже, собственно, определенный фронт, на котором мы должны не расслабляться, как мне кажется. «Попутчики» — первая книга вышла, да, и совсем недавно была вторая. Называется она «Наша», у нее совсем уже интересный такой дизайн. Дизайнер тот же работал, да? Да, это тот же дизайнер. И опять это были, прочитав, он увидел это вот теперь так. Это настоящая ткань камуфляжная, которая используется в пошиве современной украинской формы сейчас, потому что мы сначала пробовали использовать части формы бундесверовской и английской, которые ребята наши носили в самом начале войны. Но потом решили, что именно вот то, к чему мы пришли, будет вот украшать. И потом он тоже предложил, говорит, давайте что-нибудь вставим сюда вот интересное, как-то вот какое-то, ну, чтобы она была не обезличенная. Я говорю, ну, единственное, что я могу дать, это тоже спонтанное совершенно решение, это записки из своей записной книжки телефонной. Просто вот список имен, ну, и там или позывной, или город откуда он, или какое-либо там ранение. Ну, естественно, номер телефона я не указывала, только это вот... Это то, что вам помогало ориентироваться. Безусловно. Ну, вот я, например, смотрю, госпиталь «Черкасская приемная», Валера Миргород — капитан, Арсений Киев — пулеметчик. Вы по этим записям вспоминали и восстанавливали? Да. Я просто всегда всех оставляю, записываю, потому что бывает, вот когда позвонят, ребятам очень приятно, когда я, ну, как бы их узнаю. Я на самом деле, конечно, не всех помню, и Саша, у меня Саша 1, 2, 3, 5, и, но когда я говорю это имя, обращаюсь по имени, им это очень приятно, и я это тоже ценю. А на первую
страницу, вот вынесено имя одного из вот этого списка, вот, получается, вот здесь Мирослав Сапер, телефон такой-то, и еще 99 нашим, чьи истории вошли в эту книгу. И в каждой книге повторяется кто-то новый вот из этого списка. То есть книга одна посвящена вот одному человеку. Почему? Получается, ну вот просто вот одному человеку 99 другим, одна из 100. Вот, и получается, каждая обложка тоже. Но имя было выбрано случайно? Вот это реальный человек из моей записной книжки. Да, я понимаю, почему выделили? Нет, не выделили. Вот просто здесь список этих ребят, и каждый по очереди выносится сюда. То есть они вынесены все. Они все являются главными, есть, да. И вот один из них сюда приходит в одну из 100 книг. Здорово, интересное решение. Да. Мне тоже очень понравилось. И вот сзади тоже он хорошо так здесь сделан. Вот, собственно, как на нашем. Аня, давайте что-нибудь зачитаем прямо сейчас. Может, просто наугад. Давайте вот 53-я страница. Давайте 53-я. Из новой книжки, да? Да. Вы, кстати, когда-то вот угадали, это такое школьное увлечение на книгах, на той же «Войне и мир». А вот, кстати, можно не 53-й, а можно вот я про ребят разного возраста. Давайте. Смотрите, тоже. Ох, и классная фотка вот эта вышла в голубом берете. И форма новая, да, это называется 20. 20 лет, мальчишка 20 лет едет, и форма новая. Потом уже потерлась совсем, на коленях даже дырки получились. Видела бы мама, не посмотрела бы, что возраст у меня солидный. Точно веником по двору гоняла бы собаки на радость. Соскучился, что ли? Раньше только повод дать, что дома, чтобы дома не сидеть. Может, и в армию из-за этого пошел на контракт. Свобода же. Еще и помогать можно, по-мужски, по-настоящему. Картошку там на зиму купить или дров прицеп. А девчонку пока не встретил. Где уж тут? Стреляют. 54 года. Даже предположить не мог, что так все обернется. Трое внуков, а дед на танке разъезжает. Это же надо, пригодилось училище военное. Если подумать, то даже забыл, в каком году оканчивал. А дом какой построил наконец-то. Мечта. Лет 15 потратили, чтобы до ума все довести. Если убьют, как жена справится? Может, зятья помогут. Какую бы фотографию домой переслать? Может, эту? С мороза недавно, только лицом снег умыл. Кажется, как из бани. Ничего так, дед, даже лет меньше дашь. 32. Жалко ее. А ну-ка, двое маленьких детей. Старший во втором классе, а малому 3. Как она там? Может, теща помогает? Было бы здорово. Хотя меня она недолюбливает. За что? Кто его знает? Так уж повелось. Но бывало, не прав был. Чего обиды копить? Вот приеду, подарок ей куплю. Если приеду, конечно. Вчера двоих не стало, а тоже, наверное, о чем-то мечтали. Уж явно не о теще. Может, фотографию им послать? Вот это хорошее. Я сверху на броне. Автомат, жилет. Мужик, одним словом. Пусть видят. 43. Кто бы мог подумать, жена давным-давно ушла, дети выросли, а вдруг любовь встретилась, такая, что не дышать. На войну с трудом уезжал только потому, что ее рядом не будет. Дома-то как бывало, с работы придешь, поделишься, и сразу неприятности по-другому видятся. Цветы чуть не каждый день дарил, даже стихи писать стал. Только спрятал подальше, чтобы никто не нашел. В сейфе, правда, записку в документах оставил. Если случится что плохое, то пусть знает, как ее любил. Фотографию отправить, что ли? Ну какую? Щетиной оброс, а бриться холодно. Придумал, пальцы в сердечко надо сложить и сфотографировать, она поймет. Вот бы война закончилась, и как сели бы мы в каком-нибудь ресторанчике. У нас же кто-то поет классно, а кто-то танцует рок-н-ролл, а кто-то весь мир объездил, знает, о чем рассказать. Пацаны бы посидели, обсудили что-нибудь, не любят они на виду быть. А я даже не знаю, наверное, сказала бы им всем просто спасибо, что тут еще сказать. Хотя, может, сфотографируемся вместе. Здорово. Очень захотелось прочесть все. Спасибо большое. Такой вопрос. Вот вы, по сути, вот вашим оружием на этой войне является руль, да? Да. Никогда у вас не было, вот, не встречались ли вы, особенно от ребят, вот с таким каким-то немножко пренебрежением? Ой, женщина за рулем? Даже в мирное время как-то вот не очень, а тут еще будете нас, в общем, вести. Ну, это буквально пару раз было, но, слава богу, в течение там первых 15 минут это все развеивалось. Об этом есть даже пару рассказов, что ребята, особенно такие вот не молодые, а постарше, молодые привыкли, что, в общем-то, почти все их женщины за рулем, это как сейчас этим никого не удивить. А вот постарше,
рассказывали жуткие истории, как они обучали своих жен, которые так и не смогли проехать там даже по улице, а вот только по полю. Поэтому, конечно, бывало. Вот. Но я с юмором к этому подхожу, я знаю свои сильные и слабые стороны, старалась вести их аккуратно и много с ними разговаривать, поэтому, думаю, на мои какие-то грехи они уже внимания не обращали, если они были, ну, старалась не делать. Я просто всегда как-то осознавала, что я еду не одна, а везу вот людей, которых ждут дома, причем ждут откуда. И мне никак нельзя ошибиться. Это мысль, которая вот была со мной все эти годы. Mm-hmm. Особенно зимой, вот гололед, в очень тяжелые такие условия. Я понимала, мы, наверное, с мужем были бесконечно на связи, да? То есть я могу на себя связи были, перезванивались, но мы друг друга не донимали звонками, угу. не выспрашивали. По договоренности. По договоренности, да. То есть если сложно, если приехал, уехал, то есть вот этих бесконечных звонков угу. нет. Аня, я понимаю, что сейчас легче все равно, и понимаю, что сейчас уже, возможно, те эмоции не вспомнятся, но... Вот тогда такое количество историй, ну, кроме того, что мы фактически, да, все были испуганы, нам фактически было непонятно, что будет дальше, что будет завтра, вы еще и на физическом таком истощении, но такое количество чужих историй, оно не истощало вас? Не было момента, когда вы говорили себе, что я не могу, нет больше ресурса? Или всегда только вдохновляло? Всегда вдохновляла. Я даже в какое-то время вот вроде бы устала после работы, мне хочется отдыхать. И тут вот поступает звонок, что мне нужно ехать. И я понимаю, что вот я сейчас пообщаюсь с очередным интересным человеком. И узнаю для себя что-то новое. И плюс еще вот этот азарт, что я напишу о нем. Ну, в общем, все вместе. В какой-то степени, наверное, желание написать, наверное, где-то вот удержало, да, это и было вашим ресурсом. Ну, это вторичное угу. уже, это же случайно возникло, угу. я не собиралась же ничего угу. писать. Просто потом, в какой-то момент я поняла, что мне так нравится и так даже легче. И друзья, которые вот ездили со мной тоже на своих машинах, я тоже просила их рассказать какие-то истории, которые им рассказывали, я не слышала. И, в общем-то, я их тоже, там, записывая какие-то ключевые слова, применяла в очень многих своих рассказах. По самым средним подсчетам, сколько людей вы перевезли? Я думаю, около 1000. Вот что-то в районе 1000. Это совместно. Это не я одна, вот наша группа друзей. Да. И скольких людей? Нас было вот 5 человек. Угу. таких активных, и плюс 2-3 человека, которые вот несколько раз нам помогали в очень такой большой, угу. большом потоке. Когда. Как изменились ребята, как изменились их настроения? То есть вы вот говорили, что в самом-самом начале это были ну, совсем какие-то юные ребята, да, которые не понимали, да. что происходит. Уже вот под конец, когда мы там пришли Иловайск, пришли аэропорт, что менялось в людях? Ну, собственно, изменилось все. Вот то, что сейчас мы видим, это такие мужики, которыми можно гордиться. Это на самом деле армия. Они знают, что они делают, как они делают. Они есть очень умные, очень продвинутые, так и очень простые сельские ребята, которые, в общем-то, у них там были гектары огорода, и они больше ничего не видели. А потом решили, что вот это их... новая работа, и отнеслись к этой работе очень серьезно. Вот это мне нравится. Говорят, вот пошли ради денег. Да, у них, возможно, и стимул был, что зарплата большая, намного больше, чем угу. может заработать там, в своем фермерском хозяйстве или что-то там продавая. Но делает он свою работу честно, и это, конечно, очень радует. А сначала, конечно, эти мальчишки, которые, я даже спрашивала, закончили ли они школу. Это очень сложно, и было такое, что вот, если кто-то знает, Черкасская дорога ведет такого зеленого цвета, вот когда с Харьковской трассы сворачиваешь, и он бывало, вот из Одессы, запомнила, из Одессы мальчишка. Говорит, а це военная дорога? Почему военная? Ну, она же зелена. То есть он, ну, просто это ребенок. И я говорю, ну, пусть будет военная. Говорю, ты же военный, вот едешь по военной дороге. Жалко их было и страшно им было, особенно от того, что уж очень они видели ужасную смерть. Сейчас
к сожалению, гибнут ребята, и это очень тяжело и плохо, и особенно их семьям. Но тогда, когда вот Иловайск, когда на начальном этапе, это на самом деле ужасно. Они многие искали друг друга, спрашивали, то есть понятно было, что этих людей нет в живых, но они очень часто звонили нам не теряли надежду. Среди этих ребят бывают разочарованные, причем я сейчас говорю даже там не государством, да, образно говоря, не ситуацией, а вот обществом, которое они защищают, потому что, ну, понятно, что есть волонтеры, есть люди, которые действительно включились в эту ситуацию лично, но, к сожалению, да, есть вот, ну, остается большой пласт людей, которые слабо понимают, что происходит, и не понимают вообще, что именно защищают эти ребята, что их в том числе, непонимающих, тоже защищают. Вот есть ли среди этих мужчин те, которые тяжело осознавать, что непонятно что, непонятно кого мы защищаем? Нет, ну таких фраз, что непонятно, что я делаю, честно говоря, я не слышала. Mm-hmm. То есть, возможно, это есть, но мне не попадались. Бывает недовольный, ну, естественно, правительством, естественно, ну, как все люди. То есть армия, я говорю, это же ничем не отличается от нашей мирной жизни. Вот мы живем в нашем городе, и у нас есть вот разные люди, разные взгляды. Там то же самое. Плохие, хорошие, умные, глупые, любящие. Ну, вот это не мешает им, собственно, свою работу делать? Нет, они, вот как ни странно, нет. Вот особенно сейчас. Многие говорят, что уже второй контракт подписали. Mm-hmm. Многие, которых мобилизовывали сначала, потом подписывают контракт и продолжают служить. Многие говорят, что сложности какие-то присутствуют. Но такого вот, честно говоря, как в мирной жизни, вот этих вот всех фраз по поводу того, что это вообще такое, давайте это все там закончим, отдадим, стены, не стены, в общем, ну, вот эти все разговоры там не присутствуют, поэтому... А как вы лично на них реагируете, вы и ваши знакомые волонтеры? Сейчас на такие разговоры? Да. Я реагирую плохо, вот честно скажу, плохо, потому что прятать голову в песок не помогает, потому что от этого ничего не заканчивается, и от того, что ты будешь говорить, что этого нет, то ничего не, ну, ничего не пройдет. Не обязательно участвовать какими-то там финансами или обязательно какой-то там трудом каким-то, физическим или, ну, любым, но, по крайней мере, знать и сопереживать людям, ну, это обязательно. Поэтому, если кто-то это так воинствующе не понимает, конечно, я раздражаюсь. Хотя стараюсь такие отрицательные эмоции в себе гасить, потому что, ну... Что вы сейчас можете видеть вот по государственной поддержке? Действительно, много ли голословности в том, что вот стало лучше действительно, и оснащают ребят получше, и одевают в конце концов зимой? Вы же это видите сами. Ну, понимаете, как бы это вот или мне самой, или многим людям не хотелось услышать, что ничего не делается, это неправда. Mm-hmm. То есть это неправда. Делается, и делается благодаря многим людям, в том числе, кстати, и бизнесменам, которые спонсируют какие-то действия. Ну, то есть, опять же, речь идет о спонсорстве, не о государственном тоже. То есть спонсоры не заправляют танки, не заправляют БТРы, не ремонтируют их и так далее. Это дело государства. Но, опять же, все-таки вы помните, как в начале, это ж мы все кормили ребят. То есть сейчас это, если мы хотим их покормить, то мы можем слепить всем селом вареников или, ну, порадовать какими-то вкусностями. То есть никто не голодный, никто не босый. И, как правило, сейчас волонтерская помощь направлена вот по одежде, по питанию больше на добровольческие батальоны, то есть которые не входят в состав ВСУ. То есть там, да, это необходимо, нужно, и это делается. ВСУ, в общем-то, по сравнению с началом войны, ну, это... Вы в одном из интервью писали, что с началом войны вы очень, ну, если не очень, но поменяли круг общения, то есть так пришлось. Так пришлось, да. Этот круг общения сохраняется сейчас? Действительно ли, ну,
пришлось ли кого-то вычеркнуть там из списка друзей? Так, что вычеркнуть, друзья. Прямо вычеркнуть, это такого нет. Угу. С кем-то стали меньше общаться, просто потому что, не потому что там какие-то обиды или еще что-то. Очень много совместных дел вот, с волонтерами. И очень большое количество увиденного, конечно, сплотило. И, возможно, не остается вот на кого-то много времени. Я даже иногда прошу прощения за это, потому что на самом деле у меня не всегда есть желание даже долго говорить по телефону. Вот просто те минуты я хочу просто молчать. Вы мечтаете написать о чем-то, когда закончится война, и тема войны будет исчерпана? Да, что я очень будет? Хочу, очень хочу. Я очень люблю рассказы, причем я люблю их как читать, так и писать, потому что мне кажется, что в этой вот короткой форме можно вот целый такой яркий кусочек жизни или грустно, или радостно изложить. Потому что вот если его долго читаешь, я помню свои... Много читала в школе, а помню свои мучения над войной и миром. И я никаким образом так не сравниваю. Много солидарных. Да, я так ни в коем случае не сравниваю себя с великими писателями. Ну, вообще никак. Но я на самом деле мучилась. Вот я хочу, по крайней мере, что-то прочитать и не мучиться. И, конечно, хочется что-то более легкое, более приятное для души. У меня есть кое-какие задумки, я там словечки себе в телефоне в заметках записываю, о которых хотелось бы рассказать. Может быть, потом сложится, и будет у меня вдохновение. Вы очень ярко, очень емко пишете. Я на самом деле успела познакомиться так отрывками буквально, но захотелось прочитать все, и очень надеюсь прочесть что-то послевоенное время. Очень надеюсь, что оно очень скоро наступит. А как, кстати, как вы думаете, как скоро наступит наше послевоенное время? Знаете, сначала мне казалось, вот в самом начале войны, что вот-вот, через месяц, через несколько недель, вот мы сейчас дожмем, добьем, и вот любой ценой мы завоюем себе мир. Мы же не хотели войны. То есть такая справедливость, вот, прям праведный гнев, ну как вот у нас у всех. А потом, когда пришло понимание, что так не бывает, я не мучаю себя бесконечными вопросами, вот когда же это все закончится. Вот я так часто это слышу, я просто устала даже от этого вопроса. Закончится в нужное время, закончится тогда, когда к этому будут все предпосылки. Мне, безусловно, очень жалко ребят, когда они получают ранения, контузии, когда они гибнут, это ужасно. Потому что, ну, ничего нет ценнее человеческой жизни. Но сами же ребята говорят, мы знаем, чем мы рискуем, когда мы туда идем. И я тоже это понимаю. То есть он не идет на пасеку работать, этот человек. Он идет на войну, четко зная, что он будет там делать. Я всей душой, всем сердцем с ними, я думаю о них, я рассказываю о них, я стараюсь поддерживать, я люблю говорить с ними по телефону, если они звонят или поздравляют с праздниками. И точно так же, как они, жду окончания войны, но только не любой ценой. То есть вот даже мне, я представляю, как им, даже мне в мирной жизни, мне любая цена уже не подходит. Слишком много я видела, чувствовала, слышала. То есть любая цена, пусть она останется для тех, кто не знает, в чем дело. Сейчас... У многих есть такая иллюзия, что как-то вот, ну, тихонечко там вроде бы как-то стало. На самом деле сейчас нужна какая-то помощь? То есть достаточно ли волонтеров, хотя я знаю, что их много, но достаточно ли, есть ли что-то? То есть если человек скажет, ой, а вот я проснулся, вот что надо делать? Что? Куда идти? Идти в госпиталь. То есть мне, например, очень... приятно видеть, что девчонки, многие, очень многие, и ребята, которые вот начинали тогда еще, вот они сохранили свою деятельность. Да, это не тот объем, но тем не менее. И вы же понимаете, ребята, которые лечатся, они, например, ну, едят ту же больничную еду. Тут вот праздник какой-то, или просто какой-то день. Ну вот испеките им пирог, принесите им конфетки. Это, ну, на самом деле приятно. Можно
отдать это все волонтерам. Можно самим просто пройтись по палатам, вас проведут, и вы порадуете кого-нибудь чем-то очень хорошим. Дети рисунки рисуют, они их обожают. Вот на самом деле, они их обожают, они их ждут, они их берегут, и когда истрепываются, очень ждут новых. Поэтому любая помощь просто от души всегда приятна. Аня, вот волонтеры, на мой взгляд, сейчас это такой целый срез общества. Ну, хорошо это или плохо, ну, в наших реалиях так случилось. И вот мне интересно от вашего среза, так сказать, узнать мнение вот о тех реалиях наших, да, которые есть вот по поводу безвиза и по поводу людей, которые говорят, что да, ну зачем нам этот безвиз, ну подумаешь, безвиз. По поводу вот запрета на все российские ресурсы, да, там Mail.ru, Яндекс, Одноклассники, тоже какой-то, ну, мне кажется, какой-то странной истерии по поводу этого. Вот что думаете вы, что думают ваши коллеги? Безвиз, да, первое. Я раньше не представляла, как это можно вообще не поехать в Европу. То есть это первое было такое окно в Европу, в моем понимании, это было организовать себе поездку. Первая моя поездка была в Лондон еще много-много лет назад. Я, конечно, была шокирована. Мы на автобусе ехали, и только пересекая границу с Польшей, я уже была в шоке и не спала всю ночь, потому что, ну, это что-то, мне казалось так. Вот. А потом мы с мужем освоили такой вид путешествий, в общем, на машине. Мы сами открывали визы, садились на свою машину и объехали на ней всю Европу. Это было очень интересно, очень здорово. Это, кстати, была та же машина, на которой вы сейчас работаете? И на этой мы тоже еще успели чуть-чуть поездить, да. Это предыдущая, и эта машина уже катались. Верный товарищ. Да, мне жутко нравилось, когда выходил кто-нибудь из соседей, спрашивал, о, куда вы едете? Я говорила, в Хельсинки. Они смотрели, ну, беда. Вот. Ну, в общем, это на самом деле интересно и здорово. Мы сами были себе хозяевами, но, естественно, сталкивались с проблемой открытия виз, но решалось. И это, ну, тут же главное желание. А потом вот началось то, что началось. И закончились деньги, и закончились возможности. И, в общем, много чего закончилось. И я вдруг поняла, что окно в Европу вообще мое, это не только поездки, это и вообще личностный какой-то рост. То есть я же видела, как свободные душевно и открытые европейские люди. То есть вот сейчас я могу себе это позволить. Там спустя 20 лет или больше после первой поездки я вдруг понимаю, что вот еще просто походить по улицам чужой страны, это еще не Европа. Вот. То есть в голове она у меня вот только родилась. А сам факт без визы, безусловно, хорош. То есть, да, я сама не могу сейчас сесть и поехать в Хельсинки. Тем более там завтра, послезавтра или через месяц. Но это ни о чем не говорит. То есть шаг сделан, шаг такой приятный, теплый, в нужном направлении. И мне не нравится, когда это как-то оскверняют, говорят, да, это никому не нужно. Ну, как же не нужно? Будет время, и мы сможем этим воспользоваться. И, ну, главное, конечно, не многие из нас уже говорят, вот путешествие, все, все, больше ничего не нужно, только надо поехать. То есть это уже пройденный этап. Будет возможность, обязательно поедем, и нам будет намного легче в этом. Что по закрытию, скорому закрытию, как обещают российских вот этих сервисов? Да, ну, начнем с того, что меня лично это не коснулось, потому что я давным-давно из этого всего удалилась. Мне одноклассники меня просто, ну, пугали засилием таким политинформации, вот этой вот ДНР, ЛНР, да. И причем я не собираюсь это читать, оно мне вываливается какими-то безумными количествами в ленте, и я осилить это не могла. То есть там найти что-то, что мне интересно, уже не представлялось возможным, и я удалилась. ВКонтакте то же самое. Единственное, что я вижу дети, вот дочка моя, например, ну, она как бы не связывала, что ВКонтакте это там какой-то российский ресурс. Они там общались с друзьями и слушали музыку. И вот она вышла, говорит, мама, закрывают ВКонтакте. Я говорю, ну, перейди в другое что-то. Она есть и в Фейсбуке, и все, но почему-то такие дети, они
в Фейсбуке общаются очень редко. Говорю, вам придется найти тогда замену. Ну, сам интерфейс просто почему-то проще, он как-то вот заточен вот больше. Дети любят, да, дети любят. То есть, возможно, я считаю, может быть, это излишне радикально. Может быть, стоило каким-то образом надавить на владельцев сайтов, они бы закрыли какие-то определенные темы. То есть это, мне кажется, более разумным, чем просто взять и закрыть. То есть я не пострадала, я как бы поддерживаю. Но двояко. Но двояко, да. То есть тут, мне кажется, что нужно было пробовать какие-то методы. Другие методы. Более да. разумные. Аня, вы кем в детстве мечтали быть? Сначала врачом. Вот. А потом я почему-то испугалась не профессии врача, а то, что, вот знаете, было такое, я хоть и закончила школу уже не в Советском Союзе, но советское прошлое, видно, давит мне сзади, спину, потому что у нас вот в классе, да, вот закон, а вдруг не поступишь. Это была какая-то страшная трагедия, что как это никто-то не поступил в институт. Я хорошо училась, и мне было вдвойне ужасно, как это так, я не поступлю в институт. А риск в чем был? Потому что, ну, это был самый такой трудно поступаемый институт. Я подумала, да ладно, что уже туда идти, пойду-ка я вот металлургически. Туда-то я точно поступлю, ну, собственно, так и сложилось. Вот, но только что это дало, совершенно непонятно. Хотя, с другой стороны, наверное, дало то, что есть сейчас. Поэтому, может быть, я и не ошиблась. Это же никто не знает. А ваша дочка, вот, насмотревшись на вашу деятельность, она не захотела случайно вот стать тоже врачом, именно помогать? Она сначала тоже хотела, а потом я люблю приучать ее к самостоятельности. Я ей сказала, говорю, Таня, ты должна пойти на день открытых дверей. Она пошла, посидела, послушала и сказала, что не хочу. Говорю, ну не хочешь, все. Я не сторонник того, что надо вот... обязательно какие-то выполнить мои картинки, придуманные мной, какие-то шаблоны. То есть пусть вот живет, чтобы ей было комфортно. Ну, смотрите, врачом-то вы не стали, но жизнь, по сути, спасали и спасаете. Поэтому можно сказать, что мечта где-то же сбылась, а другая есть сейчас? Другая, хочу писать. Очень хочу творчеству посвящать всю жизнь, в общем-то, все свое время. Но поскольку этим сейчас... заработать невозможно, а мне точно так же хочется и что-то материальное. Поэтому, к сожалению, это только пока только хобби. Аня, я тоже очень хочу, чтобы вы писали. Я вам этого желаю. У вас такая замечательная улыбка. Спасибо вам за все, что вы делали, сделали и еще сделаете. И спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Це був проект «Пані Тапанова» на 9 каналі з Олесією Гаренко. Дякую вам, що дивилися. До побачення.